Более 40 казахстанцев удостоились государственных наград в области науки и техники. От имени главы государства лауреатам их вручила госсекретарь Гульшара Абдыкаликова. За выдающиеся заслуги в развитии страны отметили представителей самых разных профессий. Среди награжденных – деятели культуры, учителя, врачи, ученые и госслужащие. Признание от имени главы государства получили также рабочие и сельские труженики. Государственные награды и премии вручаются лучшим казахстанцам, которые отмечены главой государства за особые заслуги и личный вклад в развитие страны. Позвольте еще раз искренне поблагодарить вас за ваш честный труд, высокий профессионализм и самоотверженную службу во благо нашей Родины. Уже, если так честно говоря, 50 лет в кино работаю, я 7 лет в кино. Вот. 50 лет – это большой срок, и, конечно, я очень рад, и я думаю, мои коллеги рады, что мой труд оценили. Сейчас у нас в кино в большом подъеме, хотя бы доказательство тому, что единственный один пример, скажу, вот «Уралман» фильм Сабита Курманбекова, который получил гран-при сейчас за рубежом, и государство большое внимание уделяет для развития национального кино.